каждое 30 число мы приходим к Соловецкому камню, вот, начиная с 30 октября начали. Это в день политзека, продолжает традиции советских политзеков. Они, да, Любарского и Алексея Муженко, которые 30 октября 1974 года в мордовских лагерях учредили своеобразный праздник неповиновения, День политзека. И этот день был отмечен голодовками, бойкотом, требованием освобождения и, в частности, требованием судить их политических по нормам международного права, потому что они не уголовники, таковыми их считали в Советском Союзе. Вот, с этих пор этот праздник и отмечается. Вот, и, к сожалению, нам эту традицию пришлось продолжить, потому что в стране новые политзаключенные. Вот, и большинство людей ничего об этом не знает. И поэтому каждое 30 число, не раз в году, каждое 30 число каждого месяца мы приходим со списками новой хроники текущих событий, списками мемориала. Это далеко не полный список заключенных, и мы сами по возможности пополняем эти списки, поскольку можем, и требуем освобождения незаконно заключенным людям по политическим мотивам. Таких людей все больше. Свободу Савченко, Сенцову, Кольченко. Крым – це Україна! Крым – це Україна! Крым – це Україна! Крым – це Україна! Воєнний преступник Путін буде казнен! Свободу узникам 26 февраля! Чийгозу Асанову Тегерменджи! Свободу узникам 26 февраля! Чийгозу Асанову Тегерменджи!